Добрый день, уважаемые утраровцы! Очень рада, что у меня есть такая возможность поздравить вас с красивой датой – 25 лет. Вы уже совсем взрослые. В первую очередь я, конечно, хочу поздравить Валентину Куприяновну Куликову, которая в это телевидение вложила всю свою душу, всю свою жизнь и сыграла очень важную роль в судьбах многих журналистов, которые, я уверена, ей за это благодарны. Я очень благодарна вам, Валентина Куприянова, вы в моей судьбе сыграли очень важную и главную роль. Ну и, конечно же, хочу поздравить весь коллектив, потому что, ребята, без вас не было бы телевидения. Потому что вы сейчас создаете тот контент, который пользуется популярностью и интересен нашим шымкентцам. Как и у каждого человека, самые теплые воспоминания идут из детства, так и у меня. Я попала на телевидение в детском возрасте, училась в 8 классе. Все для меня было ново, я за все хваталась, мне было все интересно. Мы вместе что-то придумывали, мы никогда не спешили домой, мы горели на работе. Кстати, это я сейчас упомянула слово «работа». На самом деле телевидение никогда не было для меня работой. Это была моя жизнь. Я думаю, что у каждого из нас действительно телеканал «Утрар» – это его вторая семья. И мне очень вспоминается то сложное время, когда в Шымкенте отключали свет. А мы были коммерческим телеканалом, и нам надо было как-то выживать. И самое отрадное, что включали свет по 2 часа. И эти 2 часа шымкенцы смотрели наш канал, смотрели наши новости, из которых они узнавали о том, что происходит в стране, что происходит у нас в городе. Они смотрели полюбившиеся программы. И благодаря этому наши рекламодатели нам доверяли. И мы оказались на плаву, я бы даже сказала, на коне. И самое важное, нам ни на один день не задержали заработную плату. И это большая заслуга Валентины Куприяновны Куликовой, ее характеру. Все, кто начинал свою карьеру на телеканале «УТРАР», никто не растерялся, никто не пропал, все пределы, все стали хорошими специалистами. Вот и я работаю в Москве, в одном из самых крупных конно-спортивных клубов в Европе. Я руководитель видеоотдела. Мы снимаем прямые трансляции спортивных соревнований, снимаем новостной контент, рекламные, обучающие программы. В моем отделе 5 человек вместе со мной. Скажите, почему у вас так мало? Да потому что 2 из них, помимо меня, шымкенцы. И мы работаем за 3. Ни один москвич не может утереть нам нос. И это все благодаря вам, Валентина Куприяновна. Вы научили нас работать. Я хочу поздравить вас с этим юбилеем. Это и мой праздник тоже. Помните, что вы уникальный канал. Верьте в себя и идите только вперед.